хоть она где-то... Мы находимся на левом берегу, на восточном. Продолжается зачистка. Видим и слышим серьезные прилеты с района Азовстали, из промзоны предприятия. Один за одним. Дистанция метров так 5-7. Друзья, добрались до нашего комбата Шерхана. И сейчас он нас проводит в недавно освобожденные кварталы Мариуполя с восточного берега. Пообщаемся мы с ним чуть позже. Сейчас он возглавляет нашу группу. Там уже идут сейчас бои, парни штурмуют, летит со всех сторон, не угадаешь, откуда кажется. Настучать по башке, как говорится. Ну, в целом, обстановку сами видите какая. Хорошего мало. Вон, вон парни выходят. Это твои, да? Да, это мои. Дизя, ты что, Павел? Сейчас как раз. Нужно тоже людям давать просто возможность расслабиться. Выводим в баню, купаем, меняем нательное белье. И уже освежевшие, отдохнувшие парни возвращаются обратно. Как обстановка, парни? Кто стоит там? Обстановка стабильная, напряженная. Ну, получается, вперед идти? Стабильно напряженная. Двигаемся, двигаемся. Сейчас. Орлы, наши орлы. Интернационал. Здесь все.
Парни, откуда трофей такой? Друзья, также небольшое объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я всегда могу опубликовать гораздо больше, чем сказать на ютубе. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео.